Камран Сеидов представляет. И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами поговорим о политике Турции, России, о их взаимоотношениях между собой, а также с Западом. Поневоле говоря об этих сложных, крайне сложных взаимоотношениях, мы не упустим, конечно же, и Иран, который тоже пытается помыть руки в грязной воде под названием «международная политика». Затронем также Европу как отдельную составляющую западного мира. Поговорим об Украине, не пройдем мимо данного ужасающего военно-политического сегмента. Ну а прежде чем мы с вами перейдем к столь глобальной теме, я хочу поздравить всех азербайджанцев, а также друзей Азербайджана, друзей азербайджанского народа с праздником. С праздником, Днем независимости Азербайджана, который Азербайджан добился больших трудов, большим трудом. 1918 год по 1920. Говоря об этом событии, я не просто хочу вас поздравить, а хочу ознакомить вас с одной статьей, которая базируется на высказываниях Михаила Фенкеля. АДР, Азербайджанская Демократическая Республика, так называлось то государство, которое стало, можно сказать, предшественником нынешнего Азербайджана. АДР, Азербайджанская Демократическая Республика. В то время в Азербайджане были запущены многочисленные, больше чем демократические процессы. Равенство женщин, лицеи, институты, права человека и много других аспектов нашли ответы в Азербайджанской Демократической Республике, включая и тот факт, который был в неочередной раз подчеркнут, об отсутствии антисемитизма на территории Азербайджана. Многие евреи занимали ключевые посты в данном государстве. Это мой своеобразный месседж, и не только мой, но и Михаила Фенкеля, Сатановским, Эскиным, Соловьевым, которые криком кричат о их любви к армянскому народу. Но не может Армения похвастаться данными деяниями, данным отношением к народу, который вроде бы те лица, которых я только что перечислил, имеют отношение. Азербайджан? Азербайджан не гордится этим. Это естество азербайджанцев. Мы не ненавидим нации. У нас нету ненависти к инородцам, как принято говорить, в России. Мы даже против этого термина. Мы все азербайджанцы, кто нашел свой дом на территории Азербайджана и разделил с нами хлеб. У нас нету инородцев. Просто их нет. Ну, а теперь давайте приступим все-таки к международной политике. Еще раз, правда, я поздравлю всех с праздником Днем Независимости. И перейдемте с вами к первой статье. Да, вы уже уловили
поняли в первую же секунду, что статью написал Станислав Тарасов, Эрдоган разбушевался. Интересная статья. Эрдоган действительно начал жестко выступать против Запада. Но я хочу напомнить Станиславу Тарасову, что жесткость выступлений Эрдогана касательно НАТО наблюдалась даже до так называемого кризиса, а на самом деле банальной агрессии против Украины, свидетелями которой мы сейчас являемся. Он говорил о недопущении расширения НАТО еще до так называемой спецоперации в Украине. Он говорил о том, что расширение НАТО грозит Турции, России, Ирану и Китаю. Свидетелями чего мы с вами сейчас как раз таки и являемся. Угроза России налицо, тем более в случае вступления в НАТО Финляндии. Хочу напомнить, что в Финляндии, граждане Финляндии, около 1 000 000 человек военнообязанные и в любой момент могут стать под ружье. Что такое миллионная армия для России? Думаю, никому объяснять не надо. Россия еще не оправилась от алкоголизмового бума, который был в 80-е, в 90-е, да и в начале 2000-х. Она также не отошла от наркотических, я бы сказал, коллаборационистов, иначе их не назовешь, которые травят русский народ. Я уже продолжаю перечислять данные отрицательные аспекты. Можно напомнить также многочисленные скандалы в отношении просрочки в российских магазинах. В любой поисковой системе, в частности в YouTube, достаточно написать слово «просрочка», и вы ужаснетесь тому, что откроется вашим глазам. Россию травят. Не только просроченными западными продуктами, их сейчас и нет, а российскими же продуктами, выращенными, произведенными в самой России. Интересно. Крайне интересно. Продолжаю рассуждать. Мне в данной статье бросилась в глаза именно концовка. Когда Станислав Тарасов затронул тему того, что тандем Азербайджана и Турции может реально сблизить Украину и Россию. Это правда. Тем более Азербайджан проходил все то, что проходила Украина. Тем более, что Азербайджан и Турция имеют хорошие отношения с обоими сторонами данного конфликта в Украине, то есть с Украиной и с Россией. В связи с чем, действительно, поневоле у любого маломальски здравомыслящего человека возникает ощущение, что именно этот тандем с подключением, возможно, Израиля должен занять ключевую роль по урегулированию взаимоотношений между двумя странами. Но это возможно в случае вывода, действительно вывода российских войск. Без этого делать какие-либо шаги по переговорам крайне тяжело. Я хочу напомнить россиянам, что переговоры, в частности по Карабаху и размещение российских миротворцев началось после того, как с азербайджанского Карабаха были выведены войска Армении. После этого начались именно переговоры. Не так ли, дорогие россияне? Продолжая рассуждать и говоря в частности о Западе,
об условной единице, отдельно стоящей в стороне, но принадлежащей так или иначе западной структуре, это Северная Европа, мы с вами поговорим о Финляндии. Финляндию недоумевает, почему ее не впускают в НАТО. Почему Турция выступает против вступления Финляндии в данный военный альянс? Вместо того, чтобы благодарить Турцию, как ни странно, касательно недопущения Финляндии в состав НАТО, Финляндия возмущается. Неужели Финляндия так быстро забыла ситуацию, которая недавно до вторжения российских войск наблюдалась в Украине, когда украинские отдельные чиновники уж очень рьяно бились за вступление Украины даже не в Евросоюз, а именно в военный союз НАТО. Во что это все превратилось, мы с вами прекрасно осведомлены. Не так ли? Финляндия не благодарит Турцию. Она хочет поехать и переговорить все-таки о своем вступлении. Непонятно, дорогие мои, я не могу понять, неужели Финляндии так хочется поучаствовать в Третьей мировой на своей территории? Вопрос интересный. Тем более, они могли бы обратить внимание на уже жесткие выступления, исходящие из Киева, касательно Запада. Да, Киев бросает перчатку Западу и называет его западные структуры как силы, которая нанесла удар в спину Украине. В частности, давайте прочтем тебе небольшую часть данной статьи. Предложение стран Евросоюза сдать России часть территории для прекращения огня и регулирования украинского конфликта является ударом в спину со стороны западных партнеров. Об этом заявил советник главы офиса президента ОП Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале. А ведь действительно правильно. Европа, которая сделала все для создания данной конфликтной ситуации и вторжения российских войск, сейчас говорит Украине: отдай часть своей территории. А зачем же вы тогда провоцировали, дорогие наши западные, в кавычках, друзья? Непонятно. Неужели так американские доллары затмили вам разум, что вы готовы бросить в огонь Финляндию, а также ударить в спину Украину, до этого подставив ее? Браво! Ничего не могу сказать. Разве что мы должны встать и проаплодировать, видимо, стоя. Западные ценности. Знаете, я хочу сказать такую небольшую вещь, крайне интересную мысль. Как бы кто бы к России бы ни относился, но даже когда Россия становится на враждебные рельсы к тому или иному народу, она хотя бы откровенно выступает. В большей степени откровенно. Что не скажешь о Европе. Она втягивает, а потом забывает. Это правда. Впрочем, и это еще далеко не все. Мы с вами переходим к следующей статье. МИД России обратился к Швеции и Финляндии, заявив о том, что свою свободу эти страны променяли на американский сапог, на западный сапог.
Это в данном случае невозможно как-либо отрицать этот момент. Ведь Швеция, в частности Швеция, умудрялась держать нейтралитет даже во время Второй мировой-Великой Отечественной войны. Она всегда умудрялась, держа свое слово, при этом оставаться нейтральной стороной. Так что же сейчас Швецию сподвигло на фоне ужасающих событий по всему миру самой вставить свою шею в петлю громадного надвигающегося конфликта, который превзойдет даже то, что ожидалось касательно Третьей мировой? Неужели Швеции это надо? Неужели шведам, которые привыкли к хорошей жизни, необходимы приключения на свою пятую точку? Про Россию я уже не говорю, я тысячу раз говорил об этом, что Россия нашла приключения тоже. Она бездействовала с 2000 по 2014 год в отношении сближения с Украиной и получила то, что получила. Я также говорил о неонацистах, которые управлялись Россией, но при этом их представители находились во всех славянских государствах. Поэтому я не снимаю ответственности с России. Но зачем же самим вставлять свою шею в петлю таким странам, как Швеция и Финляндия? Не понимаю. Мы же продолжаем. На фоне всех этих событий с вами в эфире происходят крайне интересные аспекты. Сближение России и Ирана. Но это, на мой взгляд, просто игра. Я не могу поверить в то, что Иран на фоне имеющихся потеплений с Западом решит все это променять и просто сам перейти на сторону России. Тем более у Ирана есть шанс, во всяком случае был шанс, заменить на Ближнем Востоке для Запада Турцию. Почему нет? И сейчас Россия совершает, на мой взгляд, глубочайшую ошибку. Она собирается передать Сирию под контроль Ирана. Что стоит Ирану, придя в Сирию, передать потом это своим новым партнерам за океаном? Громадный подарок, не находите? И при этом этот подарок 100% лишит Европу заменить российский газ на газ Ближнего Востока. Ну, если разве что Иран не договорится с Израилем, во что я не верю. России легче договориться с Израилем было, нежели Ирану. Согласитесь. Что-то непонятное. Какая-то фантасмагория происходит на наших глазах. Россию опять обманывают, и Россия сама рада обманываться. Впрочем, и это еще далеко не все. Об отношениях Ирана и России пишут различные СМИ. В частности, на фоне визита вице-премьера Российской Федерации Александра Новака в Иран. Россия полагает, что Иран и Россию сблизят проблемы, связанные с санкциями,
которые наложены на оба эти государства. Что Иран, дескать, закроет глаза на исторические проблемы, имеющиеся между Российской Федерацией и Ираном. И что Иран не захочет решить проблему с санкциями, а захочет, наоборот, усугубить их, улучшая отношения с Россией. Не странная ли позиция? Верит ли кто-нибудь в эту картину? Или Иран играет свою игру, подыгрывая Западу, играя с ним в одно касание, как говорят в футболе? Об отношениях Ирана и России, как я сказал, были написаны многочисленные статьи. В частности, об этих взаимоотношениях написал Барнасул Хабиб. «Санкции. Время для развития. Иран готов помочь России». Иран, находящийся сам под санкциями, готов помочь России. Не странно или какой-то набор слов? На мой взгляд, это как раз-таки, что ни на есть, набор слов со стороны Ирана, чтобы втянуть Россию в свои игрища. Продолжая рассуждать, мы с вами переходим, возвращаемся вновь к Эрдогану. Александр Савельев. Получится ли у Эрдогана великий Туран? Согласна ли с этим Россия? Александр Савельев вновь возвращается к той теме, которая неоднократно поднималась в связи с тюркским и русским миром. Смогут ли эти два мира ужиться? Но они ведь уживались в Золотой Орде. Прекрасно уживались. Многие регионы, населяемые тюрками, со временем стали частью царской России, царской империи. И из их представителей вышли крупнейшие княжеские рода, в частности Юсуповы. Неужели Александр Савельев об этом забыл? Или Александр Савельев забыл, что ОДКБ и Евразес – это практически тот же самый Туран? Или он забыл высказывание Пескова, что Туран невозможен без России, учитывая такую территорию, как Алтай? Правда, мне было смешно, когда Песков заявил о том, что Алтай явился прародителем тюркских народов. Ведь он, в общем-то, тюрколог. Неужели он не знал о государстве Иш-Огуза? Творение огузов, которое уж точно существовало задолго до алтайского появления тюрков. Мы же продолжим. Следующая статья. В Госдуме оценили позицию России по Украине. Да, мы возвращаемся с вами к конфликту, который наблюдается между Россией и Украиной в связи с вторжением российских войск на территорию суверенного государства Украины. В частности, Россия никогда не уйдет с перешедших под ее контроль территории Украины. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Подождите,
То есть, так называемая спецоперация России была всего-навсего прикрытием оккупации части украинских земель? Или для того, чтобы часть Украины сделать некой разделительной полосой между НАТО и Россией? Знаете, в связи с этим у меня возникает одна такая мысль, которую я не могу не поделиться с вами. В данном видео мы с вами говорили о высказываниях Киева в отношении удара в спину, который нанес Украине так называемый Запад, Западная Европа. И вот здесь у меня возникает странное ощущение, крайне странное. Европа хочет поучаствовать в урегулировании российско-украинского конфликта, который сама же и разожгла. Но при этом она же поджигает новый костер уже на территории, которая разграничивает Россию и Финляндию. Неужели мои слова оказались пророческими? Окажутся пророческими. Россию ослабили в первой войне, а войной с Финляндией будут добивать ее, прежде всего, экономику, погружая Россию в некое подобие 1917 года, когда все будут воевать со всеми, даже на территории самой Российской Федерации. Боюсь оказаться правым. Потому что от этого под этот огненный шар попадут все. Он прокатится по всем государствам, как минимум Евразии, а возможно и Ближнего Востока. Мы с вами это уже наблюдали. Ведь большевики хотели экспортировать свой строй дальше, огнем и мечом. Боюсь, что здесь будет то же самое. Большинство сил, которые будут участвовать в новой революции в России, ультраортодоксальные. Это, давайте перечислим некоторые из них. Националисты. Ведь РНЕ не уничтожена, а ее группировки достаточно многочисленны. Являясь спящими некими силами, которым достаточно поднести просто одну маленькую искру, чтобы возгорелось пламя. Второй момент. Немаловажный, это те военные, которые вернутся из боевых точек. Представьте себе, что это будет. Вторая достаточно радикальная сила. Третья радикальная сила, это те люди, кому будут платить российские олигархи ради обширных денежных вливаний. Люди идут порой на многое. Тем более, когда происходит общее обнищание, а вторая война приведет к общему обнищанию в России, к обширнейшему обнищанию. Страшно? Неприятно? Это я не учитываю мародеров и обычные бандитские группировки, которые тоже оживятся. Об этом чуть позже, потому что я думаю, что Владимир Путин уловил, во всяком случае, я надеюсь, что он уловил тот момент, как можно спасти Россию. Правда, в неочередной раз он вынужден будет вспомнить добрым словом того, кого он так ненавидит.
Сталина. Чуть позже вы поймете почему. Мы же продолжаем. Сеть. Не надо добрых жестов. Россия не отдаст освобожденных территорий. Ну, это уже говорят так называемые русские умники, обычные блогеры и комментаторы в российском сегменте. Будем воевать до последнего русского, а бабы опять нарожают. Ну, это уже заезженная пластинка в России. Сколько раз в России воевали до последнего? До последнего русского, правда, зачастую бросая в огонь не только русских, и зачастую не столько русских. Русские в основном пили в сторонке горькую, спивались. В частности говоря, о Первой мировой войне достаточно вспомнить, что такое дикая дивизия, которая реально воевала и стояла уже в Австрии, и которую предали, заставив отойти. В Австрии, практически в столице того государства, которое ей являлось главным фигурантом Первой мировой, оставалось пройти до Германии. Совсем чуточку. Неприятные вещи, я говорю сейчас, и для россиян, и для западных наших товарищей, но ничего не поделаешь, коль такие факты. А что же Япония? Япония, не предупредили об опасности признания Южных Курил как оккупированных. Подождите, а разве они все-таки не оккупированы? Они именно оккупированы. Правда, их оккупация была законна, это другой момент. Потому что Япония тогда поддержала нацистскую Германию. И за такое поражение приходится платить. Правда, знаете, что меня всегда убивало? Почему Германии я ничем не заплатила за свои злодеяния, а заплатила именно Япония? Вот такой вопрос. Только Калининградская область отошла, которая и то периодически переходила из рук в руки, то была российской, то была немецкой, то была польской. То есть эта земля и то под вопросом. Но Германия, я никак не ответил перед Россией, перед Советским Союзом за то, что сделала. Имеется в виду, территориально не ответила. А почему же за это должна была отвечать Япония? Знаете, я уже задаюсь таким вопросом, и я уже начинаю понимать японцев. Если бы пострадала бы Германия территориально, навряд ли японцы бы задавали вопрос о Курилах. Они бы сказали, ну ладно, немцы ответили своей территории, мы отвечаем своей. Но этого же нету. Советские войска до 80-х годов только стояли в Германии, но так и не причислили ГДР в состав СССР. Интересный момент. Я уж не говорю в состав России, как было с Курилами. Впрочем, мы с вами продолжаем. В Германии оценили опасность ОДКБ фразой «больше, чем бумажный тигр». Ну, здесь я с Германией полностью не согласен. Когда-то Германия также оценивала Советский Союз. Чем это окончилось? Но бумажный тигр показал. Когда судили нацистских преступников. Это так, небольшое дополнение.
Мы же постепенно приближаемся к концу данного видео. И вот здесь российский эксперт, которому, скорее всего, озвучивают не свои мысли, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил о том, что россиянам надо вкладывать деньги в золото. Подождите, а вот здесь, где же мы это с вами слышали? Ах да, после войны так Сталин обыграл Запад, приравняв рубль не к доллару, как требовал США, а к золоту. Неужели кто-то из российских экспертов видел один из видео вашего слуги, где он, в котором он неоднократно, кстати, говорил об этом моменте? Неужели Путин решил сыграть, как играл Сталин, по тем же самым, на том же самом поле? Но ведь он будет играть на поле столь ненавистного Сталина. Сможет ли он? Хватит ли ума? Потому что с этим играть очень тяжело. Поживем, увидим. Ну и последняя статья, дорогие мои, после чего мы заканчиваем данное видео. Начнем, во всяком случае, заканчивать. Переворот и казнь. Почему Эрдоган вспомнил о Мендересе? Да, был такой премьер-министр в Турции, которого свергли и казнили. Эти события вошли как день позора, как черный день. Потому что убили не просто премьер-министра, убили премьер-министра, который старался соединить два крайне важных момента – ислам и демократию. Что могло бы быть еще более чудесное для мусульман, проживающих в Турции, и для того, чтобы человек мог выполнить все то, что он хотел бы сделать для Турции и для своей семьи. Два момента, которые сочленялись бы в этом и помогали бы. Но его убили. Об этом говорится в данной статье. Кто захочет, сможет ознакомиться. Я же на этом останавливаю данное свое видео. Не забудьте ставить лайки либо дизлайки. Обязательно оставляйте комментарии, делитесь ссылками в соцсетях, приглашайте друзей и знакомых. Все то, что я перечислил, помогает продвигать видео в поисковой системе YouTube. Ну а также подписывайтесь на канал, так как это тоже увеличивает просмотры. Не забудьте проверять подписку, нажимать на колокольчик, который, при нажатии на который вы не пропустите новые видео на моем канале. Также хочу напомнить вам, что по данным видео, кроме многочисленных ссылок, которые я разбираю в своих видео, я всегда оставляю необходимые данные для финансовой поддержки работы вашего слуги. А на этом все, дорогие друзья. Сегодня новых видео я во всяком случае не собираюсь загружать-записывать. Поэтому всем удачи. И еще раз всех с праздником. Днем независимости Азербайджана. До свидания. До свидания.